Вот, в лес приехали. Канакшас. Воздух чудесный. Погода чудесная. Может быть, и грибы есть. А может быть, нет. Ну, какие-то есть, наверное. Посмотрим. Сыроежки есть. Какие-то сыроежечки. Съедобный гриб мухомор. Съедобный гриб. Но мы его брать не будем. Какой масленок стоит, а? Красота. А эти грибы как сыроежки, но они когда сваришь горькие. Ничего не остается, как только их выкинуть. И все. Вон какой прекрасный лес. Только грибов здесь очень мало. Все заросло этой ежевикой. Это ужас, конечно. А так воздух, прелесть, тишина. Велосипедист только ездит. Сыроеги какие-то непонятные. Желтые. Можно взять, в принципе. Ну, сыроежки я не взял. А вот смотрите, как мухоморчики лезут из земли, а? Прелесть. Прелесть мухоморчики. Гриб. Дубовник. Хороший. Ай. Шляпа. Вот опята сколько. Много. На пне. Лес красивый. А грибов тут очень мало. И так все красиво, конечно. Воздух, птички поют. Тишина рядом, правда, около дороги встали. А с той стороны березы. Ну, что-то я никогда там ничего не находил. Ну, скажу, посмотрю потом. Вон сколько грибов неизвестных. Что за грибы, не знаю. Похоже, то ли опята, то ли что. Ну, понятно. Что это такое? Вот не опята. Обалдеть. Они здесь вырубку сделали. Грибов масса. Какой мухомор. Просто прелесть. Сказка. Сказка. Вот не могу поверить. Вот в таком лесу и нифига нет, кроме мухоморов. Нескольких. В Латвии бы здесь, если бы в Латвии тут набрало боровиков уже, не знаю, килограмм 10. А здесь ничего. Старый один подберезовик попался и все. Хороший лес, а грибов нет. Ну вот, на заренку. Не на заренку. Для запаха на супчик. Собирали немножко и все.